22 ноября в Центральной городской библиотеке города Степногорск состоялась телевизионная интеллектуальная игра «Что, где, когда». В игре приняли участие 4 команды, в числе которых ученики многопрофильной школы лицея номер 5, областной специализированной школы-интернат номер 4 для одаренных детей «Балашак», средней школы номер 9, а также студенты горно-технического колледжа города Степногорск. В первой игре сезона участники отвечали на вопросы по биологии. Помимо этого, в ходе игры команды знатоков демонстрировали свои знания по предметам истории, географии и литературе. В дальнейшем, в феврале 2020 года, планируется проведение полуфинала и финальной игры в мае. Организаторы мероприятия отмечают, что целью интеллектуальной игры «Что, где, когда» является развитие интеллектуальных способностей, творческой инициативности, активности, воспитание дружеских отношений в игре, а также повышение интереса к книжному миру. В следующем году игра «Что, где, когда» отметит свое 5-летие в городе Степногорск.